училась в школе Кингзилле. Я также поступала в школу Бромсгроув School, Лэнсинг колледж, но мне больше понравилась моя школа, потому что она находится в городе, и также процент англичан, учащихся в этой школе, гораздо больше, чем в других школах. Но также есть интернациональное отделение. Также мне нравится эта школа, потому что, как я уже сказала, она находится в городе, то есть близко к магазинам, ресторанам, и просто есть парк, где можно погулять. И также в целом мне кажется, что уровень преподавания достаточно хорош. У нас есть новый центр для учащихся из Сиксформа, который находится в здании старого дворца, и там есть новые оборудованные классные комнаты, и мне там очень нравится. А расскажи о своих друзьях. Ну, в основном у меня друзья англичане. Они часто меня приглашают в гости, мы очень хорошо поддерживаем отношения, даже когда у нас каникулы, мы постоянно с ними общаемся. Спасибо.